Вас приветствует информационная служба телеканала «Звезда». В студии с вами Юлия Рубцова. Сегодня в выпуске. Накануне во Дворце независимости президент вручил государственные награды заслуженным деятелям различных сфер, многодетным матерям, а также генеральские погоны представителям высшего офицерского состава. В Новополоцке наградили победительниц городского конкурса «Женщина года города 2020». Наши женщины наполняют нашу жизнь особым смыслом, любовью, нежностью, при этом достигая очень высоких высот и в производственной деятельности, в социальной сфере, в общественно-политической жизни. Республиканское унитарное предприятие почтовой связи «Белпочта» по всей стране организует досрочную выплату пенсии и пособий за 7 и 8 марта. Диалоговые площадки с участниками Всебелорусского народного собрания продолжают работу в стране. Подробности далее. Накануне во Дворце независимости президент вручил государственные награды заслуженным деятелям различных сфер, многодетным матерям, а также генеральские погоны представителям высшего офицерского состава. Всего наград удостоено более 30 человек. Президент в своем обращении к собравшимся подчеркнул символичность церемонии в год народного единства. Ведь всех присутствующих во Дворце независимости объединяют идеи и поступки на благо Отечества и белорусского народа. Своим трудом вы делаете нашу страну сильнее и краше. Это армия, преданная народу и присяге. Органы правопорядка, которые верны своему долгу. И это они сполна продемонстрировали последние месяцы. За годы независимости у нас сформировалось общество, которое хорошо осознает, что фундамент единства народа, его успешного будущего – упорный, созидательный труд, сплоченность и взаимовыручка. На церемонии награждения также присутствовали сотрудники милиции, в частности, орденом за службу Родине третьей степени награжден начальник Главного управления внутренних дел Мингорисполкома Михаил Гриб. Обращаясь к правоохранителям страны, глава государства выразил благодарность и признательность от имени всего белорусского народа за спокойствие и мир на улицах страны. Почетное звание присвоено работникам агропромышленного комплекса органов внутренних дел вооруженных сил. За воспитание 5 и более детей белорусский лидер также вручил ордена матери. Вы, рожая для нас детей, должны быть абсолютно уверены, что не только вы и ваши дети, находясь под нашей железной защитой, вы даже про это не думайте и не переживайте. Мы действительно вас никому не отдадим. В канун Международного женского дня почетные государственные награды Ордена Матери по всей стране удостоены 135 женщин, которые воспитали 5 и более детей, среди них 24 представительницы Витебской области. В эти весенние дни внимание не только многодетным матерям, в целом женщинам, которые преуспели в материнстве, труде, общественной деятельности. Женщин года чествовали в Новополоцке. Победительницами 7-го городского конкурса в этот раз стали 7 представительниц прекрасной половины человечества в 5 номинациях. Одна из номинаций «Женщина в борьбе с коронавирусом» была введена впервые. Все подробности у моих коллег. В системе здравоохранения Беларуси Наталья Худиченко работает почти 25 лет. Из них 11 возглавляет Новополоцкую поликлинику номер 1. Для руководителя, как и для всего коллектива медучреждения, а это без малого 290 человек, 2020 выдался непростым. Коронавирусная инфекция внесла серьезные коррективы в работу и потребовала мобилизации всех сил. Была ограничена диспансеризация, работа скрининговых и профилактических программ. Буквально все медики на время стали инфекционистами. Но настоящим испытанием на прочность стала минувшая осень, когда наблюдался пик заболеваемости. Справиться помогли наработанный опыт и недюжинные усилия каждого специалиста. Поэтому, как отмечает Наталья Худиченко, ее победа в номинации «Женщина в борьбе с коронавирусом» – заслуга всего коллектива. Что тот поток пациентов, который шел с 8 до 8 вечера, только первичных, можно сказать, он достаточно был большой, поэтому работало все учреждение, не только участковая служба, работали все специалисты и узкие специалисты, помогали и приемы вести в боксах, и работать в контактной группе. Тогда у нас, конечно, большая помощь была от Витебского медицинского университета, у нас были студенты и 4-й, и 6-й курс, которые где-то помогали, работали, кто в колл-центре работал, кто был контактной группой, кто на приеме уже сидел самостоятельно. Интерны нам помогают до сих пор, даже какие-то вопросы мы решаем.
Женщиной года в номинации «Материнская слава» названа Анастасия Борблик. Новополочанка вместе с супругом Александром воспитывает 4 детей, а 5 месяцев назад впервые стала бабушкой. О каждом своем ребенке Анастасия Борблик может долго рассказывать, настолько они все разные, интересные, уже состоявшиеся личности. Старший Илья работает тренером по пожарному спорту и параллельно учится на 5-м курсе в Полоцком госуниверситете по направлению физкультура и спорт. Средний сын Андрей получает профессию автомеханика в Минском колледже, близнецы Дарья и Алексей – десятиклассники. Дарья углубленно изучает иностранный язык в Новополоцком лицее, увлекается волейболом и рисованием. Алексей, учащийся первой гимназии, свой выбор остановил на обществоведении, интересуется пожарным спортом. Именно дети когда-то подтолкнули Анастасию Борблик заняться валянием шерсти. Теперь этому она уже 13-й год обучает воспитанников Дворца детей и молодежи. Многодетная мама – это, конечно, дополнительный труд, хотя каждая женщина несет этот труд по жизни и всю свою жизнь. Поэтому, ну, у меня хорошая поддержка, у меня замечательный муж, который мне помогает всегда. Я чувствую тыл свой. Ну, уважение, отношения между нами, любовь друг к другу, конечно. Доверие, ответственность. Без этого никак. В эти же качества и мы в детей вкладываем. Женщина в борьбе с коронавирусом, успешный руководитель, активная жизненная позиция, материнская слава, духовность и культура. В этих 5 номинациях городского конкурса «Женщина года Новополоцка» отмечены 7 новополочанок. Отдельно чествовали обладательницы почетных грамот и благодарностей. Хотя поздравления с наступающим женским днем в этот вечер получили все представительницы прекрасного пола, которые заглянули на праздничный концерт. Наши женщины наполняют нашу жизнь особым смыслом, любовью, нежностью, при этом достигая очень высоких высот и в производственной деятельности, в социальной сфере, в общественно-политической жизни. Они умудряются все равно оставаться очаровательными, женственными, заботиться о нас, вдохновлять нас на новые достижения, свершения. Поэтому, конечно же, все мы должны в эти дни, ну, максимальное тепло своей души, любовь отдать нашим женщинам, сделать так, чтобы и 8 марта, и, в принципе, всю нашу жизнь женщин наших окружало тепло, доброта и любовь. Впереди самый весенний радостный праздник марта. И пусть каждая женщина в этот день получит чуть больше внимания, заботы и любви. Ну и, конечно, свой букетик мимозы или тюльпанов. Анна Обудова, Сергей Залынский, Сергей Пальцев. Телеканал «Звезда». Грядущий Международный женский день стал поводом для досрочных выплат пенсии и пособий. Республиканское унитарное предприятие почтовой связи «Белпочта» по всей Беларуси организует досрочную выплату пенсии и пособий за 7 и 8 марта. Практика применима и для регионов. Например, в Новополоцке во всех почтовых отделениях связи 5 марта будут осуществляться выплаты пенсии и пособий за 5 и 7 число, 6 марта за 6 и 8. Стоит отметить тот факт, что 8 марта в Нефтеграде будет функционировать только дежурное отделение почты 6. А уже с 9 марта все отделения почтовой связи будут осуществлять работу по привычному графику. Всю необходимую информацию о режиме работы почтовых отделений можно узнать в контакт-центре по единому номеру 154. Подготовка и проведение Всебелорусского народного собрания показали, что диалоговые площадки – это действительно результативный способ коммуникации государственного и гражданского общества, решения актуальных общественных проблем. Именно поэтому было принято решение организовать их работу на постоянной основе. Абсолютно точно, что все посылы для дальнейших шагов органов власти по развитию своих регионов должны идти от людей. Причем от людей разных профессий, статусов, возрастов. Есть что сказать на этот счет и молодежи. Они активно включились в дискуссию на диалоговой площадке в Новополоцке. Я же, в свою очередь, хочу ознакомить их с планами развития города Новополоцка на 2021 год. Что мы собираемся делать в этом году? Возможно, в чем готова поучаствовать молодежь? Ну, а насколько это важно? Ну, молодежь – это наше будущее. Поэтому я считаю, что слышать молодежь, и нам услышать, и услышать их нас – это очень важно. И молодежь была услышана, встреча прошла в неформальной обстановке, каждый смог задать интересующие вопросы. В свою очередь, члены парламента детей и учащиеся молодежи Новополоцка узнали о перспективных направлениях развития города, результатах работы градообразующих предприятий и не только. Уделили внимание и проблемным вопросам. В целом, встреча получилась продуктивной, отмечают ее участники. Работа с молодежью продолжится и в дальнейшем. Власть нашего города оказывает полное содействие молодежному парламенту в реализации различных проектов, поддержании инфраструктуры и помогает нам всячески проводить мероприятия, предоставляет все необходимое, и у нас с ними очень тесный контакт.
Надо сказать, подобная встреча с участниками Народного форума сегодня проходит во всех регионах. Задача дойти до каждого коллектива, чтобы рассказать о деталях форума и тех направлениях, которые определены перспективными для развития государства. Вот так за круглым столом накануне делегаты Всебелорусского народного собрания встретились с представителями средств массовой информации. Это представители газетного «Полоцк сегодня» и «Вестник Нафтана», а также телеканала «Звезда». Делегаты поделились впечатлениями и озвучили основные концептуальные моменты 6-го Всебелорусского народного собрания. Говоря о развитии журналистики, представители СМИ едины во мнении, что сегодня в материалах должен быть личный и, что немаловажно, объективный взгляд журналиста. Будущее за авторской аналитической журналистикой. Кроме того, сегодняшние реалии требуют активного освоения различных интернет-платформ. К этому часу это все. В студии новостей вновь увидимся в 19:37. Хорошего продолжения дня.